Я о референдуме, который вообще как механизм оценки волеизъявления людей. Я была со 2 по 6 мая в Великобритании. И имела возможность вместе с одним из депутатов попасть на местном округе, вот так вот идти по квартирам, по домам и спрашивать людей относительно их решения по этому референдуму. Это был север Англии. И когда вот так стучали и спрашивали, определились, как вы будете голосовать, а люди говорили, а что это нам даст? То есть реалии жизни таковы, что люди не знали, что им дает их участие в Евросоюзе. Что вас удивляет, у нас Украина поэтому и говорю, что если бы сейчас мы сказали, что мы проводим референдум в Украине относительно того, хотим ли мы быть в Евросоюзе, я думаю, у нас появилась бы точно такая же ситуация. И поэтому, вот, может быть, мы должны задать себе вопрос, что для нас могло бы быть ценным в участии Евросоюза? И если я, вот, например, если мне такой вопрос задали бы, я бы сказала, что мне ценно в Евросоюзе одна ценность. Это верховенство права. Верховенство права. Все остальное в Украине есть. Все остальные ценности, понимаете, в Украине есть. И поэтому это то, чего нет. У Англии, которая, понимаете, в Англии, которая уже живет в этой системе, они уже оценивают по-другому ценность своего пребывания в Евросоюзе.